все развивается. У меня новые проекты, и для этого проекта, важного очень, мне нужен был хороший, устраивающий меня во многих отношениях манекен. Когда я видела аккаунты зарубежных именитых мастеров школ шитья, я всегда видела такие манекены и, что греха таить, завидовала. Ну, во-первых, мне нравится, как он выглядит. Мне кажется, он настолько эстетичен, что он только украсит любой интерьер. Ну, я имею в виду студию. Все мне в нем нравится. Особенно нравится, знаете что, параметры. И почему это нравится? Потому что, обратите внимание, что четко выраженная грудь, это мало того. И что меня особенно устроило, это то, что расстояние между точками груди, девочки, это очень важно. Вот в данном манекене это наиболее приближено к реальной картине. Дальше мне нравятся конструктивные линии, вот они здесь четко обозначены. Видите, и линия под грудью. Талия, естественно. Еще есть очень важная особенность. Обратите внимание на боковую линию, которая, ну, мои девочки все знают, для меня это очень важная линия боковая, от которой я, в общем-то, пляшу в своей системе построения. И вот она, видите, здесь такие стежки. И то есть, если ты делаешь наколку, макет, то тебе не надо проверять все время эту линию. Ты ее ощущаешь тактильно. Это сделано специально. Ну, кроме того, этот манекен наиболее соответствует параметрам, которые мне нужны. И спинка здесь та, которая мне нужна, и нет такого прогиба сильного, который мне, для меня тоже важен. Очень важный момент в этом манекене то, что здесь можно надевать изделия, которые без застежки на этот манекен, делается это вот так. Видите? Плечи сделались уже, и, кстати, именно эта длина плеча соответствует, например, конкретно моим параметрам, что мне важно. Возвращаем на место. Что еще важно? Здесь можно регулировать высоту, то есть вы можете высоту поднять до того уровня, когда вам не придется, так скажем, работать с подолом на коленях. Это тоже важно. Ну, как я уже сказала, у меня новый проект, и именно этот проект потребует от меня тесного общения с манекеном. То есть это будет наколка. И для этого очень важно, чтобы легко вкалывались булавки. Вот, смотрите. Что еще важно, поскольку мы все делаем, стараемся делать быстро, темп жизни быстрый, манекен нам придется частенько перемещать, и важно, чтобы он был устойчивый. Вот это вот его основание, оно настолько устойчивое, что мне совершенно не придется об этом беспокоиться, то есть чтобы он не упал. Ну и, как уже я сказала, повторюсь, мне он так нравится по дизайну, по эстетике. Я думаю, что он будет не только рабочим инструментом, но еще и демонстративным инструментом, потому что на нем все очень красиво смотрится. Вот эта вот нижняя часть, которая меня с самого начала привлекала. Ну, можно сказать, что это была моя мечта, и вот она, наконец, осуществилась. Девочки, ну, я сняла ролик, потому что хочу вас познакомить со своим помощником новым, потому что вы сейчас частенько теперь его будете наблюдать у меня в ленте, и вообще в мастер-классах, в курсах. Ну, и девочки очень просили рассказать подробнее об этом манекене. Манекен называется «Манекен Про». Размер мы взяли 40-й, что соответствует параметрам Анаи. Ну, в принципе, и моим параметрам тоже соответствует. Ну, и то, чем я буду заниматься, будет начинаться от этого размера, скажем так. Я надеюсь, что вы, как и я, очарованы этим манекеном. Ну, а как мы будем дальше работать, я надеюсь, что вы уже вскоре увидите.